Банде Гуру Падо Дандам Бхакта Винда Саманитам Се Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Се Нанда Нанданам Банде Радхика Чаранадайам Гопи Яно Самаюктам Биндаванам Ману Ванча Калпатару Вашаки Пасинду Бевача Патитананг Павани Павишна Бибхьо Намо Нама Мукан Кароти Вача Ланг Пангун Ланг Хайтагири Джатке Патам Ханг Ванди Парамананандамад Бриндавай Тулсидеббай Пиявай Кесавасача Кришна Бхакти Паде Деви Саттваттвай Намо Нама Нараяна Намаскритта Наран Чайва Наруттама Девин Сарасватин Вясам Тато Джайо Мадхир Санкиртане Кришна Катхопадеш Гаурия Патрасу Пракаса Неча Садануракта Гуру Бхакти Джукта Бхакти Прамадакша Джагод Бхаран Дхейям Сада Парибхавагнам Авишта Духам Тетхас Падам Сива Виринчанутам Сараннам Ветаттихам Панутапал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чарна Аравинда Джат Пада Паллава Накачанда Маничатая Бисваржита камапигабаваду швадарш, Пурунану рагараса сагара сарамурти, Сарадхикама и када кипам карас, Шри Кришна Чайтанна Прабхунитта Ананда, Сиаддайта Гададхара Силасади Гаура Бхакта Бин, Шри Кришна Чайтанна Прабхунитта Ананда, Сиаддайта Гададхара Силасади Гаура Бхакта Бин, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Аяануламбита Бхужау Канука Пудато, Санкиртанай Кавитару Камала Ятакша. Вишамбару диджавару джугодарма пало банде джагат приякару каруна бхатару Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дипа Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхавану Рупе Насада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Вибуши Тобам Бхагам Нараяно Прияванам Гамада Пахарам Варанаси Пурапати Бхаджави Санатам Баги Саджасва Бадане Лакшмир Джасса Чавакшаси Джасьясте Хидай Самби Там Нисинга Махамбай Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам Рам Небритта торша и рупугия манат, баба ушадат чаттамано вирамат, каутто маслоко гунану вадат,
Бирамета Бина Пашугнад. Гаудия Гоштипати. Гаудия Гоштипати. Шри Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад. Парамахамса Джагадгуру сказал. To seek the satisfaction of the Supreme Lord and to seek the satisfaction of common public. Стремиться удовлетворить Верховного Господа или публику не одно и то же. Сарасвати Госвами Такур Прабхупад. Парамахамса Джагадгуру said that to seek the interest of public and to seek the satisfaction of Bhagavan, not self. If I like to satisfy common public, если я хочу удовлетворить публику, хочу понравиться публике своей речью, поведением и так далее, это говорит о том, что у меня нет стремления удовлетворить Бхагавана. Но если мы удовлетворим Бхагавана, то весь мир может отвернуться от нас. И это вполне вероятно, потому что далеко не каждый может принять абсолютную истину. Так вот, Прабхупад говорит, что если я стремлюсь к удовлетворению публики, это не бхакти. Если я пытаюсь удовлетворить Бхагавана своим поведением, своим служением, когда, если я каждое свое действие посвящаю Верховному Господу, Бхагаван будет доволен мной. И только в таком случае вас можно будет назвать преданным. Прабхупад много раз говорил, что он, я хотел говорить об абсолютной истине, но многие не поняли меня, не смогли понять мое сердце и воспринимали меня как своего врага. Я был вынужден вовлечь их в Харибаджан, занять их Харибаджаном. Это было моим искренним желанием. И в этом моя ошибка. Поэтому-то они не поняли меня, поэтому они стали относиться ко мне как к своему врагу. Но наступит день, когда они смогут понять, что я желал им абсолютного блага. Обусловленная душа занята выискиванием ошибок, недостатков других. В себе она не видит недостатков. Такова ее природа. And speaking Tulsidas ji, that devotee always criticizes you, always speaking rubbish against you, always speaking all rubbish against you. Tulsidas ji speaking well. Один преданный пришел к Тулсидасе и сказал: группа преданных постоянно вас критикует. Точнее, один преданный постоянно вас критикует. Тулсидасе, услышав об этом, сказал: «Я хочу построить свою баджан-кутиру напротив того места, где он живет». Тот человек был удивлен, ведь он критикует вас, он негативно относится к вам. Тулсидасе объяснил: «Я хочу постоянно находиться рядом с ним, чтобы он меня критиковал, и тем самым у меня будет возможность исправиться». It is my request to you. Many times it happened so, Popat went different places for Harikatha. Прабхупада проповедовал в разных местах. И часто он говорил: я знаю, что практически никто не готов принять то, что я хочу дать. Однако моей обязанностью является нести корзину с абсолютной истиной на голове и путешествовать по миру. С ней, возможно,
кто-то в каком-то из уголков света, обусловленная душа плачет по этому абсолютному благу, мечтает о нем. Прабхупада посещал Северную Бенгалию. Место, где правил царь по имени Манинда Чандра. Этот царь с большим почтением относился к Бхактивинода Такуру. Также он пригласил Прабхупаду. Он приехал на электричке. Было собрание, большое собрание, и Прабхупада вышел на сцену. После пяти минут его речи, 5-7 минут прошло, публика начала кричать: «Прекратите, пусть он перестанет говорить». Он жил во дворце Манинда Чандры. То есть ему предложили комнату в этом дворце, он остановился там, и на протяжении 3 дней он не принимал прасад. Поскольку он приехал для Харикатхи, но ему не дали возможность говорить. Когда Бхактивинода Такур однажды поехал в Калькутту, он сказал Вимала Прасаду: «Я должен отлучиться, но ты замени меня на вечерних чтениях». Спустя несколько дней Бхактивинода Такур вернулся и обнаружил, что слушателей практически не осталось. Он удивился. Почему? Осталось всего несколько людей. И тогда он попросил Прабхупаду, Вимала Прасада, продолжать чтение, но уже присутствуя при этом. Точнее, он слышал из другой комнаты, о чем говорит Вимала Прасад. Когда Харикатха подошла к концу, Бхактивинода Такур с большим удивлением сказал: «Теперь я понимаю, почему люди не хотят слышать тебя. Я вижу, что ты говоришь абсолютную истину. Именно поэтому никто не хочет тебя слушать. Ты должен поддерживать эти стандарты. Ты не должен изменяться. Пусть никто не будет слушать тебя. Это не важно». То есть Бхактивинода Такур сказал Прабхупаде: «Продолжай в том же духе, не иди на компромиссы». Таким образом, всю жизнь Прабхупада поддерживал этот стандарт чистоты Харикатхи. Он обладал выдающимися качествами, у него была феноменальная память. That is the reason. The Bhagavad Sloka I started with, here, actually Sukhdeva Goswami speaking,
Nibritta Tarshari Rupugiyamana Bhavo Shadachatra Manovirama Ka Uttama Sloka Gunanu Bhada Birам Мето Бирам Пашута. Я начал с этой шлоки, в которой говорит Шукадев Госвами. Like you are feeling very thirsty. You are in a desert. Предположим, вы очень сильно хотите пить. Вы находитесь где-нибудь посреди пустыни. Уже умираете. От отсутствия воды, от обезвоживания. Но кругом пустыня. Воды взять неоткуда. Внезапно, на большом расстоянии, вы вдруг видите водоем. Вы бежите к нему, чтобы напиться. Но чем ближе вы приближаетесь к нему, тем дальше. Он от вас. На самом деле, это всего-навсего мираж. In the hot summer season, you can discover when temperature is 45-48. We have seen in Vrindavan. Во Вриндаване, когда очень жарко, 40-45 градусов жары, тоже порой подобные миражи возникают. И весь мир подобен этому миражу. Как только у вас появится настоящая вайрагья, я сейчас говорю не о сухой вайрагье, а о подлинной вайшнавской вайрагье. Так вот, в этот день вы станете необыкновенно разумным, то есть вы обретете особый разум, особую возможность мыслить. Ваш разум. Обретет особую силу. When I am speaking perfect vairagya, that means surely I am going to indicate gyan is there. То есть когда я говорю о совершенной вайраге, само собой разумеется, что я говорю о бхакти. Knowledge can never develop. Bhakti parishan bhava viraktir anratta choisho triko ek kalaha prapadya manasho khud tushti pushti anughasa. So khud tushti pushti anughasa. It is written je three gyan vairagya bhakti at a time can stay. Of course if it is actual gyan, of course gyana vairagya и bhakti могут существовать вместе. Но, естественно, вайраги и гьяны не должны быть сухими. В таком случае бхакти с ними рядом находиться не сможет. Бхакти — настроение преданности, настроение служения. Bhakti means serving. Bhakti doesn't mean I can sit here. Bhakti means serving, serving temperament. Bhakti is not drama. Bhakti means action. Это не какой-то спектакль, это не просто сидеть. Бхакти именно что-то, о чем-то, что-то обдумывать, о чем-то думать. Бхакти — это действие. Вспомните Анархари Прабху. Его просили, отдохните, Прабху, но он не мог. Когда он заболел, он не мог совершенно не мог переваривать пищу. Он даже вода не усваивалась у него. Кешава Госвами Махарадж, Винод Бабу, просил его, Прабху, вы должны отдохнуть, вы должны сходить к доктору. Но тот не соглашался. Он говорил, лучше я оставлю тело за служением, чем умереть без служения.
to remain absent person. Then Vinoda become very angry. Love him very much. Но спустя какое-то время Винода очень разгневался. Он обладал глубочайшей любовью к нему. Хотите прославиться? Хотите стать знаменитым в обществе гаудиев? Показать всем, какой вы севак? Немедленно отправляйтесь к доктору. И тогда он согласился. Но на самом деле ни секунды он не хотел пропустить, то есть он боялся пропустить даже секунду служения. Some brahmachari, some making mistake for that outside gosha. Ghosh, they like to cut. Coming. Who can control the situation? Prabhupada is not there. Однажды, когда Прабхупада отдыхал, immediately, Narahari Prabhu, coming in однажды, когда Прабхупада не было в Мадхе, один брамачари поссорился с молочником, то есть тем, кто работал в Гошале. И этот рабочий настолько разгневался, что хотел, уже был практически начал драться с брамачари. Но Нарахари Сава Виграха смог уладить ситуацию. Это говорит о том, что он был очень расположен к каждому и мог выстроить дружеские отношения, добрые дружеские отношения со всеми, даже с дикими животными. Нам необходимо стать такими преданными, чтобы Бхагаван захотел прийти к нам, чтобы он сам захотел увидеть нас. Не мы искали его, а он пришел к нам. Ишо, мане Ишва, Парамешвар, is Krishna. Парамешвар, Кришна. Парамешвар, Кришна. Ишвара, Парамешвар. Паро, Ишо. Слово Парамешвар состоит из нескольких слогов. Пара, Иша. То есть это указание на Верховного Господа. Если в вашем сердце есть бхакти, вы вам не нужно заходить в храм Джаганнатха, сражаться чтобы, за то, чтобы вас пустили в храм. Сам Джаганнатх придет в ваше сердце, и вы очень отчетливо будете видеть его там. Именно поэтому Гуру Кишор Дас Бабаджи Махарадж, Вамшидас Бабаджи Махарадж не нуждались в том, чтобы куда-то, то есть никуда не ходили. Беспокойство ума, беспокойство в жизни приходит тогда, когда нет бхакти. What is related with it, that you can inherit. That's okay. But on other thing, other than Krishna, необходимо отказаться от всего, что не связано с Кришной. Other than Krishna and Krishna related thing, you can detach. No interest in all. So simultaneously three. Когда естественно у вас проявится безразличие к тому, что с Кришной не связано, это указание на то, что вы совершаете баджан. Three. What example I was giving to you? In the desert, you are running for water.
Как человек в пустыне бежит за миражом, пытаясь добраться до воды, но ее там нет. Точно так же материальный мир подобен миражу. Нам кажется, что если мы женимся, мы будем счастливы. Женившись, мы думаем, о, будут дети, тогда придет счастье. Как в случае с Атмадевой. Вспомните, как сильно он хотел ребенка, но, получив его, он так и не получил удовлетворения. Поэтому лучше в материальном мире удовлетворение не искать, не искать счастья. Потому что здесь его нет. Как поется в этих строках, я построил дом, но огонь разрушил его. Огонь сжег его, уничтожил его. Бхактивинода Тхакур пишет, самсара подобна миражу. А семейная жизнь — это мираж. И вы можете изучить этот вопрос. За всю свою жизнь я ни разу не встречал человека, который мог бы сказать, что он счастлив от семейной жизни. То в той или иной степени какая-то неудовлетворенность присутствует. В нас, то есть мы обусловлены, на нашем сердце тугие узлы. Оковы. Но при помощи Садхгуру и Вайшнавов у нас появляется возможность их разрубить. То есть, но для этого необходимо ваше желание. Прабхупад объясняет, что настоящий саду ждет, когда вы придете к нему, в руках его меч. Он ждет, когда вы придете к нему для того, чтобы под корень срубить невежество в вашем сердце. А меч в его руках — не что иное, как знание. Прабхупад говорит, что льстец никогда не сможет стать проповедником. Те, кто вдохновляет нас на мирскую жизнь, не являются гуру. Это наши враги. Мы слушаем, как Бхагаван Шри Кришна по просьбе Удава Махараджа начинает объяснять уникальное знание. Как я уже говорил, Удава запутался. Им было непонятно, почему Кришна говорит о противоречивых вещах. Он говорит то же, что сказал в свое время Арджуна. Бхагаван отвечает, дело в том, что я хочу назначить тебя ачарьей после своего ухода. К тебе будут приходить разные люди с разными вопросами. Я хочу, чтобы ты смог ответить каждому. Джива Госвамипад объясняет, если Гурудев не способен должным образом ответить на вопрос ученика,
рассеять сомнения ученика. Ученика появится сомнение в гуру. Он начнет думать, он такой гуру, мой гуру не может помочь мне справиться с проблемой, разрешить мои проблемы. Несмотря на то, что Гуру Кешардас Бабаджи Махарадж не мог цитировать стихи, он говорил самую суть шастр, знал самую суть шастр, и он с легкостью мог разрешить любое сомнение об условной душе. Точно так же и Прабхупад. Однажды Вимала Прасад отправился на ту сторону Ганги для того, чтобы получить даршан Бабаджи Махараджа. В то время Бабаджи Махарадж закрылся в общественном туалете для того, чтобы совершать, спокойно совершать харибаджан. Прабхупад начал стучать в дверь и просить: «Бабаджи Махарадж, откройте дверь, откройте, откройте». Но тот не отвечал. Спустя какое-то время он понял, что пришел Вимала Прасад, и тут же открыл дверь. Прабхупад сказал: «Вы меня тоже хотели обмануть». «О, мой Прабху пришел», — сказал Бабаджи Махарадж. И тут же вышел из туалета. Почему он закрылся в общественном туалете? Потому что его постоянно беспокоили материалисты. Для того, чтобы погрузиться в баджан, чтобы никто не мешал ему, он закрылся в таком, казалось бы, грязном месте. Но в действительности только так только кажется, потому что если чистый преданный находится в грязном месте, это грязное место превращается во Вриндаван. Будь то общественный туалет, публичный дом или еще какое-нибудь оскверненное, казалось бы, место. Бабаджи Махарадж вышел, о, встретить Прабхупаду, мой Прабху пришел, пожалуйста, присаживайся. Он сказал: «О, мой Прабху, я хочу услышать шлоку из твоих уст». Шлоку, и Прабхупад процитировал. Не мог бы ты объяснить ее, пожалуйста, чтобы я смог ее понять? Попросил Бабаджи Махарадж. Конечно же, он знал все, но попросил Прабхупаду. Тогда Вимала Прасад начал объяснять ее. Когда тот закончил, Гуру Кешардас Бабаджи Махарадж сказал: «Мой Прабху, замечательное, глубокое объяснение». И тогда он сказал: «А как считаешь, вот это вот правильное объяснение?» И начал говорить. И говорил настолько сокровенные вещи, настолько поразительно, что Прабхупад был в шоке. Он сказал: «Я даже во сне не мог представить, вообразить, что эта шлока имеет такое объяснение, такое значение». Прабхупад говорит, что когда Кришна в сердце, когда Кришна находится в сердце чистого преданного, естественно, он может давать самые глубинные трактования, объяснения шастр. Ему не нужно быть каким-то высокообразованным ученым, знатоком. Итак, никакая деятельность не будет считаться преданным служением, если она имеет какие-то цели, помимо желания удовлетворить Верховного Господа.
But where is whole world going to give garland to him? Can you let them give? This is the prasad of Mayadevi. This is the prasad of Mayadevi. Mayadevi is satisfied with you, that's why I'm going to cheat you. Mayadevi is very satisfied with you, that's why I like to cheat you. Prasad Mayadevi, успех в материальных делах, богатство материальное, процветание. Прежде всего, мы должны заглянуть в свое сердце. Как я уже говорил, если обусловленная душа начинает совершать баджан, это очень хорошо. Но мы не должны доверять себе. То есть, если обусловленная душа начинает баджан, это еще не значит, что она стремится к абсолютному благу. К примеру, Рагунанда с Госвами сам себе не доверял. Вспомните его строки. Замечательный стих. Итак, не доверяйте себе, не полагайтесь на свой ум, потому что в любой момент он может предать вас, может обмануть. Будьте осторожны. Если вы полностью положитесь на него, вы можете обмануться. Если обусловленная душа начинает совершать преданное служение, это не значит, что она одномоментно тут же получит все. Нет. Необходимо время. Для прогресса необходимо... Потребность. Настоящая потребность, то есть существует настоящая потребность и эффективная потребность. Это понятие из экономики. Допустим, у вас нет совершенно нет денег. Вы стоите напротив лавки со сладостями. Вам очень хочется съесть какую-то конфету, какую-то сладость, но денег нет. У вас есть потребность, у вас есть желание, но нет возможности. И с точки зрения экономики, это потребность бессмысленная, бесполезная, потому что у вас все равно нет на нее денег. Но когда у вас есть в кармане деньги, и в то же время у вас есть потребность в чем-то, это уже имеет смысл. Поскольку вы легко можете пойти и купить. Таким образом, прежде всего, мы должны заглянуть в свое сердце. Имеет ли смысл наши потребности? То есть речь идет о том, что ум постоянно стремится обмануть обусловленную дживу. Существует четыре недостатка обусловленной души. Одна из них — випралипса. Вы можете сами не понять, как ваш ум обманет вас. Итак, прежде всего, вы должны разобраться со своим умом. Есть ли там искренняя потребность, искреннее желание в Бхагаване? Желание Бхагавана достигнуть его. Настоящее подлинное, неподдельное желание имеет несколько признаков. Первое — нежелание, отсутствие готовности идти на компромиссы. Идти на компромиссы с чем-то негативным. Небритто торшой.
Нивритта дарша не означает, когда у вас есть сильное желание увидеть Бхагавана, настолько желание сильно, что вы полны решимости сделать или умри. Fact is, I'm speaking on secret thing, operation, very deep thing. So, bonded, so когда обусловленная душа только начинает свой баджан, ее ум очень нестабилен. И в любой момент он может занести ее куда угодно. И как только появляется возможность наслаждение, она бежит за ними. Это хроническая болезнь обусловленной души. И это повсюду, то есть это во всем, кроме, во всех 14 мирах, кроме настоящей харикатхи, подлинной харикатхи, той харикатхи, которая может изменить вашу жизнь. Шукадева Госвами говорит Парикшит Махараджу, итак, настоящая жажда, твердая решимость обрести или умереть должна проявиться в нашем сердце. Я достигну Бхагавана или умру. Во что бы то ни стало, я должен достигнуть его. И у Удава Махараджа было искреннее, глубочайшее желание, была лобха. Your karma is there, all dirty heart. How with this dirty heart you can approach? With this dirty heart, how you can approach Rupa Goswami Pad, who is beautiful? Krishna like to see the beauty of Rupa Goswami Pad. Krishna like to see the beauty. Кришна хотел увидеть красоту Рупа Госвами Пада, Рупа Манджари. We all like to get some. Все мы хотим обрести милость Рупы Госвами Пада. Даже Санатана Госвами, гуру Рупы Госвами Пада, говорит, что я хочу обрести его милость. Он его гуру, но он говорит подобное. Почему он говорит так? Почему все преданные говорят об этом? Потому что они знают, насколько уникально служение Рупы Манджари. Даже Кришна, сам Кришна хочет получить ее милость. Рупа Госвами, то есть Рупа Манджари, своей любовью, своей любовью полностью подчиняет себе Кришну. И мы стремимся к этому. Это наше желание. Мы хотим занять такую же, обрести такую же преданность Кришне, чтобы она пленила его. Каждая часть тела Кришны не отлична от самого Кришны. Брахма Самхите сказано, Govinda Mahaprabhu.
Each and every limb, Krishna can eat with his hand. Krishna can eat with eyes. You cannot. Кришна может есть глазами. Your each and every organ is meant for any particular, but Krishna can see. В нашем теле каждая часть тела выполняет свою функцию, но у Кришны все по-другому. Нам сложно понять это, понять Кришна-таттву. Мы не можем поверить в то, что говорит нам Кришна-таттва. Кришна-дас Кавирадж Госвами пишет со слезами. Кто я такой, чтобы писать комментарии Гопи-гите? Гопи — это сердце Кришны, и только они могут понять его сердце. И только Кришна может понять их сердце. Кто я такой? Но я принимаю прибежище лотосных стоп Шримати Радхарани и приступаю к комментариям. Для того, чтобы хотя бы... Я молю ее хотя бы о крупице милости, чтобы я смог обрести хотя бы какие-то осознания и описать их. А когда мы полны гордости, трактуем, даем комментарии, объясняем сокровенные чувства Гопи, это совсем другой случай. Кришна может прогнать меня. Он может принять меня, может обмануть меня, может прогнать меня, может выбросить, может бросить в огонь. Но он мой господин. Мы переживаем из-за мирских проблем. Вот я лишился денег. Кришна так немилостив ко мне. Мой сын умер. Разве это милость Кришны? Да. Да. Даже смерть вашего сына — это милость Кришны. Вы должны поверить в это, вы должны понять это. Если вы не можете, то ваш Кришна-бхаджан бессмысленен. Вспомните реакцию Кришнадаса Кавирадж Госвами. Он танцевал. Когда в доме Шивас Пандита умер сын, все члены его семьи стали плакать, но он сказал жене и остальным: если вы будете плакать, я брошусь в Гангу, утоплюсь в Ганге. Не беспокойте Киртан Гауранге. Гауранга — это сам Верховный Господь. Мы настолько удачливы. Весь бесчисленный мир, весь безграничный мир мечтает об этом. И мой Прабху сейчас танцует в моем доме. И в этот момент мой сын оставил тело. Я думаю, что он более удачлив, чем я. Ведь это Ананда Кришна, Шри Чайтанья танцует в моем доме. И в этот момент мой сын оставил тело. А вы, глупые, плачете? Я сам мечтаю об этом. Я мечтаю оставить тело во время танца моего Прабху. О чем вы плачете? Не плачете. Если услышу хотя бы... Если я еще услышу ваш плач, я брошусь в Гангу. Однако в этот вечер Махапрабху остановился и сказал: «Я чувствую, что что-то не так.
сегодня мне не так... Я не могу испытывать то, что чувствовал прежде. Что случилось? И тогда преданные разрыдались и рассказали Махапрабху. Сын Шриваса оставил тело. О, Махапрабху, услышав об этом, схватился за голову. Такие преданные, как я могу оставить их? Как я могу оставить своих великих преданных? Его сын умер, но он не остановил санкиртану. Он... То есть вот это пример для всех нас. Пусть мы лишимся всего, сына, мужа, жены. Это не что иное, как милость Кришны. Я был уличным попрошайкой. Вы, возможно, не можете в это поверить, но я действительно вел такой образ жизни. Я время от времени говорил Харикатху, но я обрел вкус к такой отреченной жизни, к такой жизни ежедневно я совершал Гавардхана Парикраму. Во время Парикраму я получал какие-то... мне давали Браджаваси чапати, я питался ими, никаких пищевых добавок, никаких витаминов я не использовал. А теперь вот откройте комнату, и преданные, увидите, что преданные принесли целый магазин лекарств, то есть целая аптека. Then who animal, if somebody like to cross over this material ocean, like to get Krishna, he is feeling actual thirsty. I like to get Krishna. Тот, кто испытывает настоящую жажду, настоящее... Who can be compared with who don't like to hear Harikatha? Nibritta dorso rupugyama. Настоящую потребность в Кришне сможет пересечь... It is the divine panacea. Океан материальных страданий. Мне совершенно не интересно то, что хотите вы, в чем нуждаетесь вы. Мне интересно то, в чем нуждается ваша атма. Потребности вашей атмы. Это не что иное, как бхакти. Единственное, в чем нуждается ваша атма, это бхакти. Ведь вспомните шлоки Дживера Кришна Ранитья Дас. У вас мог возникнуть вопрос, что вчера я говорил о том, что мы очень легко можем избавиться от тамагуны и раджагуны. Но говорится, что недостаточно даже, то есть жизнь за жизнью можно пытаться пересечь океан материальных страданий, то есть имеется в виду жизнь за жизнью пытаться пересечь материальный мир. Махарадж, как нам выйти, освободиться от материального существования? Мы пытаемся, мы стараемся. 20 лет, если человек на моих глазах старается, так что ж это за старания такие, если никакого, имеется в виду, никакого прогресса не происходит? Смысл в том, что мы можем пересечь материальный океан очень просто. Материальный мир, выйти из материального мира очень просто. Почему же тогда? Материальный мир,
Material world cannot be useless. They cannot believe. They have some material biases. They cannot believe. At least they are not going to take shelter of Gurudev. All material people, they are taking shelter of Gurudev, Sadguru. Even in our devotional life, leave all them above. Even in our devotional life, devotional world, I mean Gaudiya Vaishnava society, how many of us lucky to accept Sadguru? That is the first point. Second point, at all if we are going to get Sadguru, если подумаем, сколько преданных были удачливы обрести Садгуру, сколько преданных, которые являются членами Гаудия Матха, получили возможность получить посвящение у подлинного гуру. И затем второй вопрос. Сколько из них искренне в своей практике? Смысл в том, что жизнь за жизнью мы прикладываем усилия для того, чтобы выйти из-под влияния трех гун материальной природы. Прабхупад говорит об этом. Мы пытаемся сделать это жизнь за жизнью. Жизнь за жизнью, мы говорим, Махарадж, мы пытаемся. Пытаетесь, вы стараетесь. Но как это может быть, если никакого прогресса не происходит? Искренность принесет стопроцентный успех в вашу жизнь. Is successful in this way. How many? Who can do that kind of absolute Gurudev? No desire, all heart clean, bright. Кто из нас искренне служит Гурудеву, совершает служение исключительно для того, чтобы доставить удовлетворение ему, никому бы то ни было еще, ни себе, а только ему. Если он, то есть такой преданный, как только он полностью предастся, в ту же секунду он выйдет из-под влияния трех гун материальной природы. Но далеко не каждый способен на это. Поэтому Удава говорит, Прабху, ты просишь меня освободиться от влияния трех гун материальной природы. Конечно же, Кришна неспроста сказал ему это. Bhagavan Sri Krishna is not foolish. That Bhagavan Sri Krishna can speak that Uddhava, you will have to go out of Rajatama Sattva. Uddhava is a great devotee. Excellent, number one devotee. But he is великий преданный. Rajavasi, okay, but it's a great devotee. Tomorrow I can say, comparatively, even in the material world, так почему же Кришна говорит ему, казалось бы, такие элементарные вещи? Завтра мы поговорим об уникальности любви Гопи, о том, что о Вайди Марге, о том, что любовь Вайди Марги уникальна, прекрасна, однако не может сравниться с любовью Гопи. В ней может присутствовать Айшварья Бхава или еще какая-нибудь, или еще какая-то из рас. Завтра мы поговорим об этом. So, Bhagavan Sri Krishna saying this way, that doesn't mean Bhagavan Sri Krishna going to speak, Uddhava, you are within this material world, you have Satarajatama, that not there. Bhagavan Sri Krishna wanted to say, somebody has to cross over this material ocean, I mean Satarajatama.
То есть имеется в виду, что Кришна не направлял эти наставления на Удава, поскольку он уже великий, достигший совершенства преданный. Он сказал это для тех, кто в будущем обратится к Удаве за наставлениями. Ведь весь мир, птицы, животные, змеи, каждое живое существо находится в океане Майя. Поверите вы или нет, но как только мы рождаемся, то есть во время рождения, во время родов, во время нашего появления в этом мире, мы попадаем в океан Майя. Вспомните, Шукадев Госвами не хотел выходить из лона матери. 16 лет он оставался там. Васудева Госвами просил его: пожалуйста, выходи, выходи. Тот не соглашался. В конце концов, Панивиджа сказал: ты уже 16 лет там находишься, выходи. И тогда, но тот не выходил. И тогда Васудев обратился к Кришне, а Кришна обратился к Шукадеву. Шукадев сказал: как только я выйду, твоя майя тут же набросится на меня. Но Кришна пообещал ему: нет, я обещаю тебе. То есть он его просил: выходи, выходи, но Шукадев Госвами не соглашался. И так Кришна сказал: я обещаю, что ты выйдешь, и майя не коснется тебя. Однако в моем материальном творении есть правила, которые я не могу нарушить. Поэтому майя коснется тебя лишь на секунду, даже не на секунду, а на долю секунды. Потому что в творении так или иначе правила, это целая система. Если ты... Положишь семечко горчицы, горчичное семечко на рог коровы, и вот ровно столько, сколько понадобится, чтобы упасть этому семечку, коснуться земли. Вот на такое короткое время майя коснется тебя. Итак, Шукадев Госвами вышел из лона матери, и он даже не обернулся, чтобы посмотреть на отца и мать. Ему было совершенно неинтересно, кто его мать, а кто отец. Он вышел и тут же направился в лес. Ему было 16 лет. Во второй шлоке Шримад Бхагаватам говорится: Meaning, who after taking birth instant going to forest? Prabhuja, sannyas. After taking birth, going to sannyas. Just now taking birth, not... Приняв рождение, тут же отрекся от всего и принял саньясу. Вы можете себе представить такую личность, такие качества? Вы бы могли так? То вот такими качествами обладал Шукадева Госвами. Поэтому все, абсолютно все величайшие муни и риши выражали почтение Шукадеву Госвами. Потому что они знали, что... То есть они, может быть, и не знали, однако в шастрах сказано, что Шукадев Госвами одна из инкарнаций Бхагавана, то есть в Сканда Пуране об этом говорится. В прославлении сказано Шваярасца, то есть...
Кришна, Ашошакадева Госвами не отличен от Кришны. It is the arrangement of Bhagavan. Otherwise, Uddhava is not foolish. It's the arrangement. Uddhava asking, then how we can go out of Maya? Uddhava спрашивает, как мы можем выйти из-под влияния Майя? Absolute answer, if I speak, Кришна говорит, если я дам тебе лишь абсолютный ответ, далеко не каждый сможет принять его. Как Прабхупада говорил абсолютную истину, одну лишь абсолютную истину, поэтому далеко не каждый слушал его. То есть многие отворачивались от него, не были готовы к его харикатхе. Прежде всего, нам необходимо понять свое положение. В противном случае мы не сможем совершать прогресс. Не будем понимать, куда нам двигаться. То есть, прежде всего, Бхагаван Шри Кришна сказал, Удава, победить Таму и Раджу не так-то просто. Они очень опасны. Они настолько сильны, что нам трудно представить. Даже в Гите Бхагаван говорит об этом. Вайраги — это отречение. Отречение означает выйти из-под влияния майя. Арджуна спрашивает Кришну, Прабху, почему люди, зная, что это, что совершают что-то греховное, делают это? То есть почему люди, осознавая, что грешат, продолжают грешить? Почему? Как будто бы кто-то заставляет их грешить. По своей природе люди не склонны грешить, но они делают это, будто кто-то заставляет их. Bhagavan says, yes, right you are. You are not wrong. You are right. But Bhagavan говорит, ты прав. So if this be the answer, then I can ask another question. Abhasena Kutra mean Bhagavan is giving this answer to Uddhava. Uddhava asking, then how, which way? You say, Rajatama Guna, it's a must. Even you can find sea dog going to kick he dog, but still going to, you can see in room, oh, they come, going to bite, kick, but still they cannot stop the attraction. Similar with elephant, similar with birds and beasts, snake. Насколько велико влечение, природное влечение, то есть ослиха пинает осла, но тот не может остановиться и продолжает
испытывать влечение к ней. Материальная привязанность, влечение настолько сильно, что люди готовы убить за него. Если вы станете препятствием на пути удовлетворения желания обусловленной души, она может убить. Почему по всему миру столько войн, столько страданий? За что они воюют? Чего они хотят? Бхагаватам сказано, что два царя спорили друг с другом. Один считал, что это его земля, а другой, что его. Между ними состоялась битва, и один из них был убит. И в этот момент Притхви Ма сказала, то есть сама земля сказала, кому я принадлежу? Я принадлежу лишь Кришне. Что такое настоящее время? Можете ли вы остановить его? Можете ли вы определить, то есть ощутить его? Как только вы произносите настоящее, то есть настоящее время, пока вы произносите эти слова, оно, время уже становится прошлым. То есть время настолько быстротечно, оно подобно сну. Во Вьякаране много риши оставили комментарии. In Haridwar, one sadhu making dibba medicine is making now his medicine is I always speak now for him as the name of that rishi Rema in Haridwar is big he is writing this commentary. The sound can come in different form. First of all, Bhagavan Sri Krishna also speaking this. Bhagavan Sri Krishna also writing this one. Uttho, I can come to this point after, not otherwise confusion will be there. First of all, sound is there somewhere, can appear in the heart. Вначале звук появляется в сердце, затем мы произносим его, и он достигает наших ушей. Как и проявилась шастра? К этому мы вернемся позже. Прежде всего, нам нужно понять, что... Понять, как пересечь... Как выйти из-под влияния трех гун материальной природы? Понять, что прежде всего правильнее будет увеличить влияние сатва-гуны на свою жизнь, а затем отказаться даже от нее. Но вопрос в виде сатвагуны, то есть материальное. Махариши Патанджали
Тот, кто выпускает лекарства в Харидваре, составил комментарии. Навьякарана об этом.